Я тут даже не переживал, что ну, я хватал середину. Приедешь еще? Левой стороны. Нет, там получается. Если по трассе. Заправка. По трассе. Thank you.
еще надо вытянуть. Хочу, ты хочу, я говорил, сам выйдешь. Слава, брат! Тёма, это все их не проезд? Ну сейчас еще же не поменяются. Давай лассо и накидывай. Я ему говорил, что лучше бы на Ауди на своей стороне. Оскорбление члена семьи, брачки, 2 секунды на каждом кругу, так и передать.
знаешь, как понял, заезжает. На пузе же не сидишь. Нет. А что? И вылез. С него отрыв. Как в песке. Больше газа, газа. Так они все садятся, все же в песке. Да, и на автомате ни хера ты не сделаешь. Это на механике ты раскачать на автомате. Сейчас попробую на передний. Производство пластмассовые сапоги не привалены. Да, слушай. На службу. Вода, то, что хотел бы сидеть. Ну, тоже слышно. И корочка сделает все. Что, погнали? Сейчас он выйдет. Ну, там есть выйдет. Стоки там задние пробивают вообще жестко. Там в салоне сидишь, даже возле уха. Бэм-бэм-бэм-бэм. Это ж БМВ. Ну ладно. Там все БУ. Я был как бы мустанье. Все БУ. Все БУ и все с Жигуля. Блин, параколка там один. БМВ головного мозга. Это запчатку мотора поменяем, типа и не вопрос, заедем завтра. Говорит, ну весь равно прилетаем. Если бы дома нормально, блядь. Я не лезу туда все, блядь.